Вон одного поймал медведя. Он домой пошел в берлогу. А я вижу черный такой. О, ты мой золотой. Ну хорошо, один ушел. А где второй делся? Да где, что ж такое? Что же я никогда их... А, вон второй. О, ну теперь хорошо. В прошлый раз мы видели одного гималайского, да? Да. Сегодня 5 сентября 2020... А этот все травку уже. Гималайский, он еще с кабаней морды. Да, он такой был. Может, другой вольер? 5 сентября 2021 год, Харьков. Ну да, он спрятался за... Мишка кушает. Ага. А, видишь травку? Ну, он давай. Он еще идет. Ой, хорошо, сейчас. Он еще ушел. Пока этот за столбом, ну все попрятались. Вон вылезает, живет. А ты мне, давай я пока не его поснимаю, а ты смотри за тем, когда он... Вылез. Ах ты мой золотой, ну давай. О, вот это хороший ракурс. Ой, кто-то так кричит. Я бы сказал, что это я, но я вроде покушал. Слоны тут есть, но они далеко, не может быть. Ой, я их сейчас... Они у меня сейчас два в кадр попадут. О, классно. Ну вы мои умницы. Все, тот убежал. Да ну я ж того не вижу второго. Ну хорошо. Хорошо. Так, значит, пятое. Так, а кто у нас тут так кричал-то, а? Сова? Сова не могла так кричать, ну разве что перед смертью. Отвернулась, она не ценит юмора. Глупого моего. О, Бэмби. Прям хорошо ее видно. О, давай. Ты следи за мамой, чтобы мы маму не потеряли. Мама сзади. Сразу два. Сарагай. О, смотри. Дождь пошел. Один сарагай. Другой бес, просто бес. Да ну какая же это антилопа, ну какие-то. Дождь, вот елки-палка. Ну ладно, 5 сентября 2021 года.